Сгуровский район, административная единица на востоке Киевской области Украины, административный центр ПГТ Сгуровка. География, площадь 763 квадратных километра, основные реки Супой. Район граничит на севере с Бобровицким и Носовским районами Черниговской области, на юге с Яготинским, на западе с Барышевским районами Киевской области, на востоке с Прилукским районом Черниговской области. История: район образован в 1935 году в составе Полтавской области, в 1955 году вошел в состав Киевской области, ликвидирован в 1963 году, вновь создан в 1986 году. Когда-то земли районе принадлежали то гетману Мазепе Розумовскому, то потомкам гетмана Скоропадского, полковникам Лизагубу Галагану. Демография: население района составляет 19 311 человек, в том числе в сельской местности проживают около 13 837 человек. Всего насчитывается 41 населенных пунктов. По данным на 1 января 2008 года, население района составляло 1,2% от населения области. Административно-территориальное устройство: количество советов поселковых 1, сельских 20, количество населенных пунктов поселков городского типа 1, сел 40, населенные пункты. Список населенных пунктов района находится внизу страницы.